отопление на горячую воду шел, а это на плиту баллон. Федор Вавылко живет с семьей в деревне Огуднево. Чтобы обогреться, приготовить еду и помыться, раньше ему приходилось самому покупать баллоны с газом, которые требовалось менять каждые 2-3 недели. Дорого и неудобно. Узнав о программе «Социальная газификация», по которой газ подводится к участку за счет государства, решил непременно в ней участвовать. Его дом 12 на улице Центральная «Мособлгаз» газифицировал одним из первых на месяц раньше срока. Вам только что довели до дома, да? Да. До вашего домовладения. Неделю назад? Да. Ага, ну хорошо, а сколько у вас человек здесь проживает? Семья у вас большая? Я, жена, двое детей. В назначенный день бригада Мособлгаза приехала, чтобы установить газовый распределитель, прибор учета и выполнить настройку внутридомового оборудования. Сейчас будем продувать газопровод. Для участия в программе «Социальная газификация» глава семьи написал заявление Мособлгаз, заключил договор на подключение и техническое обслуживание. Котел и плита уже стояли на своих местах. Их нужно было перенастроить на работу на природном газе. Вот, пожалуйста, пошел голубой огонечек в ваш дом. Красота. 5 лет ждали, пользовались баллонным газом, таскали заправки. Неудобно, не вовремя заканчивается. 10-12 тысяч в месяц уходило. Появилась программа, и первые пошли. И сегодня все сделали, вот все работает. Супруга Владимира Надежда случившемуся рада не меньше. Всю бумажную работу она взяла на себя. К нам пришло такое счастье. Нас подключает соцгазификация. Очень мы рады, очень довольны. Все это быстро, оперативно. Всем советуем, чтобы вы все подключались. Ребята молодцы. Социальная газификация в Огуднево продолжается. Узнать, когда проведут газ на вашу улицу и подать заявку на подключение, можно на сайте Мособлгаза. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.